ніякий, не спілкуватись ні по телефону, ніяк. Я приїхала і побачила. А чисто матері можете показати, щоб мати побачила сама? Зайдіть в дом. Зайдіть в дом. Я не бачу ребенка. Я не знаю, жива ли вона 8 місяців. Зайдіть і увидьте, убедитесь. Хоча б. Ну ви будете показувати дитину матері? Так чи ні? На порог, пусть просто на порог виведіть. Я зрозумів. Выйди, давай пообщаемся без видеокамеры, без активистов. Просто хотя бы ты скажешь свою позицию, потому что она довольно странная и непонятная. Завтра будет суд. Что ты там скажешь вот в ответ на это? Ты же понимаешь, что вот приехала мать, и ты не показываешь ребенка. Это отличный довод для суда, чтобы заявить о том, что ты терроризируешь ребенка. По сути, ты уже кандидат на лишение родительских прав. Ты должен это понимать. И суд это примет во внимание, все твои действия, они же все задокументированы. Включите на громкую связь, чтобы все слышали, что он говорит. Он отказывается выводить ребенка? Это моей дочкой. Вы завтра до суду звернетесь и в суде покажете дети. Послушайте, пусть выведет ребенка, что он сейчас несет. Давайте сейчас будем все сфабрикованные дела, которые он там сделал, выворачивать. Пусть ребенка, мы приехали по ребенку, пусть выведет. Я не знаю, жива ли она. Вы выводите дитину, відмовляєтесь, так? Вы выводите дитину, показать матери, відмовляєтесь. А что вы должны по закону, если я вот не знаю, живой ли ребенок? Вы должны в дом зайти. А матери дитину будете показывать? Полиции пусть покажет. Я зрозумів вас. Ні, ребенка я так і не увидела, поэтому Шельмет Анатолій вийшов і розказав, як прокурор всім дав свою оцінку о том, що всі злочинці, мошенники і тому подобне. Поэтому вот представители правоохранительных органов, они хотят сейчас сбросить мне видео на Viber моей дочери, потому что они убедились, что якобы дочь жива, я сейчас посмотрю действительно. И он гарантирует то, что он завтра привезет ребенка в суд. Мы хотим завтра убедиться в этом. Он не привезет ее. Это вам он сказал. Ты обещал привезти дочь. Где дочь? Я тебе при свидетеля. Куда привезти? Куда? Суд. Ты обещал привезти? Когда? Вчера. Покажи, пожалуйста. Вчера. Где? Есть у нас видеозапись. Покажи, пожалуйста. Полиция приезжала. При свидетелях. Ты покажи, обещал. Покажи. Покажем в суде. Покажем в суде.